мы находимся в одной из штольней, там вторая, но она уже что? Этой штольне уже более 50 лет. Вот. Да. Вообще, для чего нужны штольни и как они сделаны? Да. Все мы, наверное, задаются этим вопросом. В общем, когда-то команда геологов, они разведывали это место, так скажем, земли. Вот. И нашли породу с ожизнением. Им стало интересно. Вот. И поэтому они, геологи, рассказали об этой всей ситуации большой геологической партии. И начали строить дороги. То есть они вырубили лес и прокладывали дорогу, выровняли ровно. Расскажи, зачем вообще нужна была эта штольня? Почему они не могли так это все изучать? Им нужно было понять, возможно, внутри горы есть что-то более, наверное, ценное, ну, или больше этих тел. И поэтому они построили штольню. И просто так штольню это, ну, нельзя было построить, потому что нужно было, чтобы она была прочной. Вот, и поэтому все рассчитано до каждого миллиметра. Пол выполнен из дерева, стены из дерева и бетона. Здесь когда-то был перит, но сейчас он выветрился из-за ветра и воды, и остались вопрос был, вот, почему следы от него. Здесь было очень многое, они были прям кубической формы, очень красивые, золотого цвета. Вот как там, да? Давай покажем. Просто нужно было... Но сейчас здесь тоже ожелезнено, но если это было бы... Ну, если раскололь, то там можно увидеть свежий скол и будет золото. Также в разные стороны, вниз, вбок уходили рассечки, вот, и другие дороги. То есть там это все перекликалось, выглядело как дороги. Мы говорили вам о том, что эти породы сложены песчаниками. Песчаники – это породы, которые пропускают через себя воду. То есть через всю эту гору проходит вода в очень тонком виде, то есть не капельками, а еще меньше. И вот она доходит до определенных слоев и ищет себе выход. Вот в этой штольне для воды есть отличный выход. То есть она вся скапливается в углублении, так как что она является углублением в горе, и ищет себе выход. Железненных пород, то цвет моря был бы желтый, но на цвет самой воды это бы никак не менялось. Так что радон здесь ни при чем. Все дело в породе. Может быть, тогда это была первая штольня, а та вторая? Короче, там горные породы зелено-голубоватого цвета, которые придают озеру данный цвет. От воды это не зависит. Если бы на дне были вот эти вот горные породы, то вода была бы желтой. Все, что извлекали из горы, скидывали сюда. То есть здесь точно так же можно найти периты и прочие очень красивые образцы можно найти. Мы вчера очень долго копались, искали. Поэтому, если постараться, можно найти для себя много интересного. Мы поднялись в штольне. Это типа шахты, но это штольня. Они, в общем, отличаются там системами. Они по-разному строятся. В общем, что я скажу? Я уже говорила, что давайте туристы с геологами будут ходить вместе. И я знала, что с геологами будет очень интересно, намного интереснее. Хотя мы геологов тоже можем научить своей теории, но их теория тоже очень интересна. Мне понравилось с геологами. А еще у меня волосы. Если железо, и опять он в моем кадре. Dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can.
cross, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. А вот и маленькое озеро. Собственно, из него и идет водопад. Вот оно тоже синего цвета. Наша группа. Фотографировать меня, если я снимаю Данила, который снимает Андрея, который фотографирует меня. Крутяк, давай. Time runs out. If a moment is all we are, or quicker, quicker, who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well,
Мы вас знакомим с альпийским мороженым. Оно очень популярно среди альпинистов, туристов, ну и всех людей, которые любят ходить в походы, в горы, где лежит снег. Что же это такое? Состав его очень простой, раскрывать секрет не будем. Капелька добра, как всегда, капелька счастья. Но есть более материально. То для начала нам понадобится чистейший снег, который находится в горах. В городе снег есть так нельзя. Едим только в горах. Сейчас мы будем его делать. Хватит? Вот у нас есть снег. Основная, так сказать, составляющая, все-таки альпийское мороженое. Следующее, что мы сделаем. Передаю это в ответственные руки Андрея Викторовича. Андрей Викторович, продолжайте. Далее. После того, как сделаны такие углубления, и ни во что нечаянно были сделаны, в них заливаем сгущенку. Фирму не показываем, это отпуск рекламы. Ну там видно. Каждую дырку заливаем, да? Не обращайте внимания на фирму. А потом скроем. Это не реклама. Заливаем. Несанкционированная реклама, да? Залили энное количество. И пробуем. Пробуем. Мишай сначала пробуем. Поддержите, пожалуйста, ассистент. Хорошо, спасибо. Вы друг у друга ассистенты? Да. Один эксперт в раздалбливании. Да. Его... У нас всегда команда работает. И в альпинизме всегда так. Самая сложность перемешивать, кстати говоря. Я не поняла. Дай вторую ложку. Не, пока нормально. Сейчас мы вас научим, а вы дальше сами сделаем. Здесь, по идее, все дело вкуса. Да. Мне кажется, здесь маловато. Надо будем сейчас добавлять еще. Да, я тоже так думаю, что... Ты что, говорите? Вы экспертом-то не спорите. Так. Я не спорю, я наоборот. Пока идет интенсивное профессиональное размешивание снега, я добавлю, что для разнообразия, допустим, если у вас нету с собой сгущенки, можно взять просто сухое молоко, которое берет каждый с собой турист для каши, взять сахар и точно так же нафигачить его в снег. Будет тоже очень вкусно. Это разные виды мороженого. Да, также добавляем, так сказать, уже элитные, более такие прям версии. Мы будем пробовать сублимированной вишней. Также у нас есть шоколад, тоже попробуем с ним. Ну и очень странно, у нас будет еще и мороженое с яблоком. В этот раз просто полнейший ассортимент. Ну, а если у вас нету ничего, ни сгущенки, вообще ничего с собой нет, не расстраивайтесь. Снег тоже вкусный. Можно просто есть снег. Сидишь, представляешь, да. Сгущенку. И съели и подумали, ванильное. Съели, подумали, шоколадное. Всегда канал. Все сработает. Главное, перед этим пройдите двое суток без воды. Нужно пробу снять. Снимаем пробу. Нужно независимого эксперта. А, ну хорошо. Давайте я независимый эксперт. Вот самый независимый. Независимый уже выпустился. Так, лицо Данила. Пока что непонятно. Да. Да, что да? Вода какая-то. Просто снег и все. Нужно больше сгущенки. Пробуем еще. Три чашки. Сейчас будет просто сгущенка. Девчонка со снегом тоже вполне себе сойдет. Оп. Никто не видел.
А нет, это технические такие. Ну и чтобы мороженое особенно получилось вкусным, его обязательно надо есть в хорошей компании. В замечательную погоду, независимо, какая она будет, но все равно будет замечательная. И обязательно в горах. Да-да, смотрите, что происходит. Что? Солнышко! Так, ну эти, Данила, лучше я сам пробую. Да, вода! Что, не распробовал? Это еще после того, как добавили. Я там как раз хватит. Это мороженое, что у нас ужасно. Хороший такой. Лучше, чем просто снег. Так, в идеале, наверное, надо постоять и размокнуть. Ты же сам вызвался. Все же решено, все. Да. Единогласно. Сегодняшняя не понравилась, он ее так раскритиковал, что я собрала всех своих завхозов, и мы решили. Внизу вообще белое. А я ничего об этом не знаю. Как выглядит зов завхозов? Пусть Настя готовит. Или как? Сахара 3 бутылки осталось, а у нас после чего. Весь технологический процесс, все просчитано. Сейчас крести ложки. Давайте. Нужны все ложки, вот. Там же. Во, вот так. Процесс. Что, будем кушать? Мы так будем жить. Уга-чага!